Справа от меня стоит один из самых популярных питерских бойцов, Василий Зубков. Вася, привет. Я не самый популярный. Ну, за тебя постоянно топят, и все, что там, Вася, Вар, и Вася. Когда ты выступаешь, там реально крики, овации, прям за тебя топят в Питере. Да, ну, это приятно слышать, это двойная нагрузка, что все на меня смотрят, мне очень приятно, готов стараться, драться. То есть, хочу драться, вот и все. Вася, расскажи пару слов по бою, как все прошло. По бою... Оппонент был достойный, как бы он старается тоже пробиться, делать все имя так же, как и я. То есть как бой есть бой, как так получилось. Просто я себя веду, чуть крыша едет, я извиняюсь перед всеми, что я там творю, просто на эмоциях, как бы не обессудьте. То есть я никому зла и плохого не желаю, простите меня, если что-то не так. Вася, расскажи вообще молодым ребятам, как так заряжаться, как ты, потому что, блин, ты выходишь прям как на последний бой, на войну. Дело в том, что как бы я готов. Я готов как бы оставить свою жизнь, либо забрать ее жизнь. Как бы меня сейчас... Достаточно лет, я попал в зал, 26 лет, как бы, мало где выступал, начал выступать по профессионалам, нашел свой путь, надеюсь. Fight Nights, как бы, верит в меня, дает мне возможность реализоваться, дает мне жизнь на заработок, чтобы я не занимался никакими глупостями. То есть, дай бог, нам людей побольше, нас поддерживают и реализовываться нам. Я могу сказать так, если нас будут поддерживать, то есть, неважно, я имею в виду деньги, как бы, любым возможности, какие есть, как бы. То есть, и мы бы показывали бы лучшие результаты, то есть, как бы, так же, как в Америке, мы бы не хуже, сами ездили в Америку и привозили бы свои пояса UFC, грубо говоря, к нам сюда. Вася, у меня еще один к тебе вопрос. Ты выступаешь очень часто, расскажи, как ты борешься с травмами, и вообще, бойцы, особенно тоже те же американские, о которых ты сказал, они выступают там, ну, у них, не знаю, там, 4 максимум боя в год, а ты, не знаю, за пару месяцев выступаешь. Ну, мне платят не так много, как бы, не хватает только на месяц, на жизнь, у меня же есть, как бы, свои какие-то потребности, то есть, я же не хочу, то есть, как бы, у меня есть семья своя, я хочу завести свою семью, накормить своих детей, накопить какое-то... То есть положение, я могу сказать так, то есть я дрался до 84 всегда, сейчас у меня получается третий бой в 77, мне так проще на самом деле, я же мне никто это не объяснял, но так получается, мой путь, как бы, блин, дай бог. То есть, ну так получается, парни, я не знаю, то есть мне больше нечем заниматься, к сожалению, в этой жизни, я не какой-то коммерческий деятель, я не могу, я не торгаш, то есть, как бы, блин, то есть... Я не знаю, то есть это мой заработок просто, как бы я хочу себя прокормить, то есть достойно жить хочу, так же, как и все. А что по поводу тренерской деятельности? Я знаю, что ты до этого тренировал ребят. Я до этого тренировал, сейчас, к сожалению, у меня не получается, там нету возможности тренировать, то есть я больше уделяю своим тренировкам, просто мне нужно больше тренироваться, то есть на движение это очень тяжело, то есть емко работа. Я же после того Fight Night уехал в Омск к Александру Сурову Шлеменко, это меня там ребята поддержали, там Тигран, привет, спасибо тебе за поддержку, Fight Night, спасибо за поддержку, ребят, даю такие возможности, Александру Шлеменко, Тиру Сарнаску, Андрей Корешкову, Кученко, чемпион М1, Сергей Романова с победой, красавец, брат, парад по оружию. То есть сечка, мы стараемся. Ну, то есть, парень, мы стараемся. То есть, как бы, ну, чтобы мы, то есть, чтобы, то есть, мне дошло, нет, не знаю, что вам сказать. То есть, мы стараемся, хотел бы драться. То есть, дай бог всем здоровья. То есть, нам надо драться, показывать хлеб, зрелище, как в Риме, как гладиатор, грубо говоря. То есть, пока есть возможность, мы хотим драться. Ну, и тогда напоследок вопрос. Есть ли какая-то информация уже о следующем бое или когда бы ты хотел его провести? И готов ли ты сейчас физически? Я готов каждый месяц драться, готов физически, дай бог. То есть, здравия всем, то есть, и мне здравия. Я прошу без... Ну, у Господа Бога, он же в любом случае един. То есть все по-разному просто говорят, но он все равно един. Там, как бы, то есть самое, чтобы было здравие у меня и моих оппонентов, чтобы у нас было меньше травм, чтобы показывать зрелищные, красочные бои. То есть самое главное. Вай, спасибо большое, ждем твоих новых побед. Да, топим дай за Бог, тебя. Спасибо. Спасибо.